тут комфорт от автоматических ворот. Вот парковочная площадка. В этом домике живет администратор. Гостевые домики двухэтажные, вот для второго этажа заезд с правой стороны. Тут общий дом на несколько комнат. Вот гостевые домики. Посмотрите море. Вон мангалец для приготовления плова, шашлыков там и так далее. Вот там чуть дальше спуск. Хороший спуск. Тут площадка. Ну вот море. Че, вот оно. Вот домики. Тут мы жили вот в этом домике с балкончиком. Сейчас уже собираемся домой. Виноград смотри. Вот кухонька у нас тут общая. Краны. Плиты электрические. Печка и свечи. Все, горячая вода. Вот тут Муся сидит. Да, балконец. Да, меня вот снимается, отойдите. Так. Животное ловить, чтобы не бежало. Вот балконец. Здесь я сижу. Вот. Компьютеры, процессоры, стульчики. Я сушила вещи. Холодильничек, кондер. Вот тут спали дети, жены там и так далее. Тут я вот на раскладушечке. Все шикардосно. Телевизор мы не смотрели. Ну и самое главное. Ужо. Ужо. Кран. Душевая кабина. Все горячая вода. Все комфортно. Все, все. Приезжайте в Кабардинку. Отдых шикарный. Погода супер. Море супер. Все. Мне понравилось, и детям в том числе. Да, Муся, а тебе бы Мусь понравилось? А Муську понравилось. Круто такая. Чебоксарик хочет поехать обратно. Да, его.